Сегодня на 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Весной этого года он перенес COVID-19, однако его кончина оказалась не связана с этой болезнью. Русская Православная Церковь уделяет большое внимание просветительской работе, сохранению семейных ценностей и воспитанию молодежи. И в этом ее работа во многом созвучна с тем, что делают представители других традиционных конфессий. Именно этим направлением занимался и покойный протоиерей Дмитрий Смирнов. Он считался одним из самых эпатажных церковных деятелей. Священнослужителя прославили яркие проповеди, содержащие в том числе достаточно резонансные заявления на тему религии. Он приковывал внимание общественности и своими высказываниями о мусульманах. И среди них бывают такие люди, просто с точки зрения Евангелия даже, ну, наиблагороднейшие, наивоспитаннейшие. Ну, в метро. Кто тебе первый уступит место? Конечно, мусульманин. Священник был известен и своими многочисленными высказываниями о роли ислама в деле сохранения традиционных ценностей в российском обществе. Его мысли разлетались на цитаты и всегда вызывали бурную реакцию в обществе. Мусульмане скупают недвижимость очень активно и, в общем, так они умные, образованные. Именно своим весьма необычным характером диалога с прихожанами Смирнов запомнился россиянам и представителям других конфессий. Для меня лично одно из, наверное, главных его качеств было, что он уже долгие годы действительно искренне отстаивал интересы традиционной семьи. Он 7 лет возглавлял синодальную патриаршую комиссию по защите материнства, семьи и детства. И действительно всегда боролся за традиционные семейные ценности. Это, можно сказать, красной нитью прошло через всю его жизнь.